Всем привет! Сегодня речь пойдет о нечастых ножах СССР. Я бы назвал их гиганты, потому что крупнее складных ножей в СССР не было. Шлюпочный нож. Нож из шлюпочной укладки. Свайка. Клинок. Завода «Октябрь». Ворсма. Птичка «Сирин». Логотип завода «Октябрь». Вот такой вот гигант, 24 сантиметра в длину. Нож чабана или чабанский нож. Карагандинский машиностроительный завод номер 1. Ну и поздний Давыдковец. Нож завода «Заря», поселок Давыдково. Складывается нажатием. Вот такая троица гигантов. Всем спасибо, всем пока.